Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dice After. Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут. Доски, хочет получить глину. Так, и дает он нам пластик, журнал и 200 опыта. Можно согласиться, в принципе, но не хочу. Не хочу. Так, ребят, потихоньку я свой домик тут обустраиваю, по чуть-чуть. Как видишь, вроде бы неплохо, но опять же, я не могу, ребята, здесь застелить пол до тех пор, пока тут стоят ящики. Поэтому мне ящики нужно убирать. И мало того, что пол еще прокачивается до второго уровня, я так понимаю, еще и третий будет уровень. Здесь надо будет поставить, наверное, еще одну дверь. Хотя, я не знаю, ребят, напишите в комментариях, стоит ли ставить много дверей или нет. И мне кажется, тут лучше сделать комнатки с перегородками. Плюс мы с тобой получаем 20 уровень, и у нас, по идее, должна быть возможность строить турели. Если я, конечно, не ошибаюсь. Мы сейчас посмотрим. Уничтожает множество противников, используя на точке сброса. А, только там можно, понятно. Беда, ребята, тогда надо прокачивать собак. Кстати, надо зайти к ним посмотреть, как они там себя чувствуют. Еды им было на 12 часов, и она уже закончилась. Еда закончилась. Хоть кто-нибудь из них может... Как их, ребята, способность, как их прокачивать, а? Скажи-ка мне на милость. Выгнать, переименовать. Повышает шанс найти щенка на 2%. А у тебя что? Повышает скорость набора опыта на 1%. Так, а у этой... 1%. Фигня какая-то полная. Вот это вот Микки, в принципе, неплохо. Но как ее взять в сопровождение, а? Вот не могу, ребята, вот ее взять. Видишь, сопровождать тебя. Так, собаки бессилены, а щенки не растут. Угу. Так, ну что, смотри, основная цель моя сегодня это... Ну, во-первых, получить уровень 20, это раз. А во-вторых, я хочу сделать себе новую постройку. Она называется стол каменчика. Для этого мне нужно 16 тканей. С тканей, ребята, у меня проблема. Если честно, 16 нужно, а у меня всего лишь 14. Нужно еще 2. 2 найти. Шмотки у меня все полностью развалились. Остаются только перчатки, шапка. Бита, кстати, тоже скоро накроется медным тазом. Хм. Так, давай-ка мы, наверное, выложим с тобой медную проволоку. Сюда, наверное, ее бросим. Так, а жир? Жир я брошу вот сюда. Видишь, да, у меня вот новый, ребята, стол. Швейный. И вот я могу делать веревки и могу делать ткань. Но для этого нам нужны тряпки. То есть ищем с тобой тряпки и ткань. Вот так вот. Бейсбольная бита, блин, с шипами сломанная. Слушай, может быть, нам трубу сделать? Мы же можем трубу с тобой сделать. Ну-ка, вот она. Блин, тут тоже нужны тряпки. Вот зачем, спрашивается, здесь тряпки? Для того, чтобы сделать трубу. Коптильня. Вот коптильню можно было бы сделать. Только что в ней коптить? Наверное, мясо можно вялить, да, скорее всего? Скорее всего. Ну, не знаю, ребят. Можно, знаешь, что еще заказать? Ножи метательные. Так, у нас веревка есть? 4 штуки. Что-то мало как-то. И тут 3, 7. Для того, чтобы сделать ножи, нам нужно... Блин, нехватка. Ладно, друзья мои, пойдем с тем, что у нас есть пока в данный момент. Конечно, не очень много всего. Пойду сбегаю вначале на самую первую локацию. Попробуем там все вычистить. Может быть, наберем немножко тряпок. И сделаем с тобой стол каменчика. Как только делаем с тобой стол каменчика, так, это мне не нужно. Как только делаем стол каменчика, мы можем с тобой делать валуны. Как только делаем валуны, естественно, прокачиваем нашу вышку. И нам открывается свалка и
по-моему, заправка. Ну, а там, как ты понимаешь, мы уже будем находить довольно прикольные вещички. И на машину запчасти будут находиться. Так, тихо, это олень, ё-моё, пугает меня. Ну, естественно, мне нужно будет здесь очень-очень аккуратно себя вести. Так, поменяем биту. Почти по стелсу. Так, там кабанчик, здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка вот этого накумарим. Как он меня, гад, увидел, а? Ведь я же тихонько шел. Дай тряпки, дай мне тряпки, пожалуйста. Ох, ткань. Это лучше даже, чем я ожидал. Да, нет, не видит. На тебе. Бита, конечно, фуфловая на самом деле. Очень мало урона. Так, ухо фрика. Пускай будет. Так, эти ресурсы я потом, ребят, смогу собрать на автосборе. Сейчас пока зачистим территорию от зомбарей. Это кто? Это кабан. Вепрь-подсвинок. Да, раньше я выбрасывал жир. Теперь этот жир мне очень нужен. Для веревок тех же самых. Так, я вижу еще одного. Кто это у нас? Это волчара. Блин, так как у меня нет одежды, ребята, очень быстро тратится здоровье. Моментально. Слушай, давай, наверное, мы с тобой тыквы соберем и перекусим их. У меня аптечка, правда, с собой есть. 40 здоровья прибавляет, да? Все, фул ХП. Так, погнали дальше. Так, у нас тут сокровище припрятано. Что в нем? Так, шкура плюс журнал. Так, тыкву забери. Нам совсем немножко осталось, чтобы получить 20 уровень. Так, кабан. Давай его валить. Замечательно. Так, иди сюда. Саймон. Так, а в кабане что-то есть. Что интересно. Бивни, жир. Так, там кто-то ходит у нас. Это Джорджи, друзья мои. Блин, он тут не один. Хотя, погоди-ка, если я с ним разберусь. В плане, блин. Трындец. Я, главное, не мог до него достать, а он меня бьет. Все, завалили. Спасибо. Как раз ткань-то мне и нужна. Вяленое мясо скушаем. Гвозди. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Гвозди я заберу. Так, а там у нас еще один ящик, да, лежит. Готов. Увидел, а? Ханорик. Так, дай мне тряпку лучше, а, парень. Дай мне тряпку. Ухо. Что в этом ящике у нас лежит? Проверим. Веревка, древесина. Так, ладно, выкидываем с тобой уши. Возьму петли. Слушай, а у нас, оказывается, есть с тобой метательные ножи. Их, правда, немножко, но они есть. Так, а это кто у нас там? Угу. Ну вот как раз-то мы с тобой сейчас и потратим. Метательные ножи наши. Ух! Твою дивизию. Этот подсвинок вечно лезет, когда его не просят. Сейчас я хочу вот этого Джорджа уничтожить. Готов. Слушай, она везет сегодня на ткань. Я очень рад. Так, что у тебя? Ну, у тебя, наверное, как всегда, уши, да? Нет, ткань. Слушай, по-моему, у нас хватает ткани, и теперь мы сможем сделать
Блин, а вот это мне нужно. Семечки выкинем. Так, ребята, по-моему, я здесь все зачистил. Именно от зомби. Теперь нам нужно вернуться с тобой домой. Все это выложить и здесь сделать автосбор. Да, автосбор мы с тобой сделаем. И, наверное, добьем уровень. Ну и плюс очень много ресурсов получим. Пошли. Так, сколько там не хватало мне ткани? Я вот не помню. Слушай, по-моему, много, а? Ладно, сейчас глянем. Главное, чтобы мне сделать станок. Этот стол каменчика. Просто я хочу уже на медзаправку, на свалку сбегать. Я больше уверен, что там будет много чего полезного. Но уровень сложности, наверное, будет зашкаливать, да? То есть нам там, наверное, будут новые какие-нибудь зомби. Мне бы, конечно, хорошую пушку. Я бы хотел бы завалить здесь босса, который находится в универмаге. Звать его Цветочек. Что тут щелкает еще? Так, давай посмотрим. Ткань 18, а нужно, по-моему, 20, да? Сейчас проверим. Так, швейный стол. Стол каменчика. Хватает. Так, доски. Подожди, надо выложить излишки всякие. Это, например, вот это, а это. Так, погоди-ка, а нам доски нужны для крафта? Нам нужны доски, но не бревна. Тогда мы с тобой выкладываем здесь доски. Берем вот так вот. Надо чтиво выложить гвозди. Так, гвозди сюда бросим вместе с петлями. Так, что у меня тут? Жир и аптечка. Чтиво выложим, да? Выложим. Вот это, ребята, я не могу изучить, потому что уже изучен. И говорят, что вы можете обменять это у торговцев в речной долине. Пока еще не пробовал, но надо будет посмотреть. Так, жир. Жир мы с тобой выложим вот здесь. Почему здесь, ребята? Здесь я делаю веревки. Так, и что же нам еще не хватает? 20 камней и 20 глины. Этого у нас хватает. И 20 глины. Все, ребята, делаем. Крафтим с вами стол. Замечательно. Поставим его сюда, наверное, рядышком, да? Со швейным столом. Вот так вот. И смотрим. Отлично. Так, чтобы сделать каменные блоки, нам нужен обычный камень. Так, это дерево, не туда заглянул. Ну что, я тебе скажу следующее, ребята. Прогресс у нас пойдет. 4 минуты он делает один камень. 4 минуты, да? А нам нужно с тобой сколько этих блоков? У меня 3 уже, по-моему, здесь стоит. Еще нужно 7. А он 4 минуты, да? 21 минуту он будет делать нам недостающие валуны. Слушай, я думаю, мы подождем. Мы успеем, наверное, с тобой. Сейчас я в данный момент отправляюсь в ту старую локацию. Так, я все выложил? Ага, все. Доски и мясо я не выложил. Кстати, мясо надо взять и покормить собак. Покормить собак. Так, ткань, бивни и доски. Доски мы сюда выкладываем, излишки. Бивни, и это все у нас идет сюда. Так, ну и ткань, естественно, где шкуры. Вот так. Пойду и покормлю псин. Они бедные, голодные. Так, ну на 5 часов, ребята, им хватит еды. Кстати, нам нужно сходить к Бетти. Я про нее совсем забыл.
Давай, Бетти, поиграем. Ну и мимо. Ладно, ничего страшного. Да что ты будешь делать? Обидно ей. Мне, думаешь, не обидно, а, Бетти? Да чтоб тебе. Еще ни разу не попал. Что-то шанс какой-то маленький у нас становится. Неужели? Симпатия, она радуется. Поцелуйчики посылает мне воздушные. Так. Опять неудачно. Упс, говорит, ошибочка. Да ёк-макарёк, а? Одни ошибки у меня. Что-то сегодня нефартовый какой-то денек у нас получается. И мы ее позовем еще на свидание, получим немножко еды. Зашибись. Так, новый скилл. Какой скилл? Повышает грядка скорость крафта на 30%. Вот это хорошо. Пойдем на свидание, Бетти. Все, свидание закончено. И мы получаем с тобой кормежку. Все. Так, Бетти, хорош. Хорош нас тут завлекать. Это мы с тобой сейчас все выложим. Сюда. Слушай, я думаю, и аптечку, наверное, тоже я пока... Нет, аптечку возьмем. Выложим ее в нужное место, чтобы опять потом не путаться. Видишь, всю траву, ребят, потратил. Хотя я ее, по-моему, вот сюда переложил. Да. Потому что трава и веревки — это все одно и то же. Ну что, давай, наверное, сейчас с тобой сделаем автосбор. Он по-быренькому соберет все ресурсы, которые там есть. Это камни. Вырубим всю древесину. Все ящики у нас там, по-моему, открыты. Зомбарей вроде бы не осталось. Так что давай сделаем. После того, как мы скрафтим с тобой все камни, все 7 штук, мы с тобой откроем вышку. И уже после этого пойдем на новую локацию. Ну, опять же, ребята, голожопом бежать туда как-то не очень меня эта перспективка радует, если честно. Давай, бро, собирай. Я обожаю, когда он делает вот этот автосбор. Просто сидишь и балдеешь. Так, он тыквы. Ягоды нам тоже пригодятся. Древесина, ну и нам нужно, не забывай, очень много камней. Если мы теперь будем с тобой делать каменные блоки. А для чего, интересно, точильный камень нам нужен, а? Там можно крафтить точильный камень. У меня как бы есть две штуки. Так, это всего три камня, да, получается. Сейчас будет 5, 6. В одном, как тебе сказать, паке их по 20 штук, да? 20 штук древесины идет и 20 штук камней. Ё-моё, олень, ты, блин, я чуть не подорвался. Думал, какого лишего зомбарь здесь бегает. Ну что, чуть-чуть остается, ребята, и уровень будет в кармане. Со шмотками, естественно, беда. Большущая беда, ребят. Ну, я почему так делаю, ребят? Очень много нужно ресурсов, а эти ресурсы мне нужны были именно для крафта. Именно станков. Чего? Сломался топор? Быть не может. Делаем новый. И вот насчет рюкзака, ребята. Как, где получить рюкзак новый? Который может вмещать больше себя ресурсов. Я посмотрел, крафтить его нельзя. Неужели он только покупается? Ну, я имею в виду за реальные деньги. Если кто знает, пускай напишет мне в комментариях. Так, тихо, ты уже голодаешь. Надо перекусить. Перекусили маленько ягод. 52, ладно, пока годится. Тем более он тут еще ягодки пособирает. Нормально. Слушай, ну как раз мы с тобой эту локу зачистим и получим уровень. Совсем маленько остается. О, ягодные поля.
Ну, где там уровень-то, ё-моё? Хотелось бы с собой взять собаку, которая нам на 1% дает прибавку, да? Все, больше нечего собрать. Блин, я думал, мы добьем здесь с тобой левел. Ничего подобного. Хотя, если мы... Хотел сказать, оленя уничтожим, а он убежал от меня, да? Куда ты? Опа, и левел ап, да? Ребята, турели с 9-миллиметровым пистолетом. Что нужно для этого, чтобы... Набор электроники. А у меня, кстати, есть один набор электроники. То есть я смогу себе построить такую турельку, да? Ну, опять же, мы с тобой видели, какие орды зомбарей там на нас нападают. Мне кажется, там двумя-тремя турельками не обойдешься. Там нужно намного больше. Плюс еще заграждение из шипов. Кстати, надо посмотреть, что нужно для того, чтобы их сделать. Так, бежим домой. Заходим. Самое безопасное место, пишут. Так, нам нужно с тобой сколько получается? 7 камней, да? 4 мы с тобой заказали. Но они, правда, еще вряд ли сделались. Нам нужно будет с тобой две партии делать, чтобы открыть вышку. Ну давай ты отправляйся уже в поход, елки-палки. Пишет он мне тут, в поход отправляемся. Так, мы с тобой нарубили древесины, камни. Все это выкладываем. Так, так. Семена, ягоды. Это все сюда. Так, семечки возьмем, потому что тыкву надо посадить. Сколько он мне сделал? 3, да? Или 2? 2. Так, 2 это уже хорошо. Вставляем. И еще пяток. Еще пяток нужно. Так, заберем камень. Сюда поставим. Можно ускорить, конечно, но... Я думаю, не стоит этого делать. Тратить наши монетки. Так, у нас поле вроде бы уже все там проросло. Вся тыква, что я заказывал, да. Забираем. Все, пускай растет. Мясо собакам отдадим. Пускай они хавают. Вот так вот. Так, вода мне пока не нужна. Выложим шкуру. Так, тыквы. У нас что там? О, голодаем. Все. Снова сытые. Просто прикинь, сырую тыкву хавать. Я бы не стал бы. Хотя, ты знаешь, если бы ты был голодным, еще как стал бы. Так, что я хотел выложить-то? Траву. Трава это где веревки? Сюда ее сбросим. Так, а вот теперь мне нужно сделать бейсбольную биту. Хоть какую-нибудь. Для этого нам... Хотя, подожди, при чем здесь бейсбольная бита, если мы хотели с тобой сделать трубу? Так, у меня ткани есть 4 штуки? Хм. Нету. А вот заграждение, ребята. Нужен набор строителей. Твою налево, а? Кстати, вот. Вот что мы с тобой лучше сделаем. Древесина, металл и веревки. Древесина. Блин, металлолома-то мало, кстати. То есть на одну биту всего лишь, да? Нет, ребята, на две. Две биты, отлично. Так, дерево выкинем. Просто не хочу, ребят, таскаться с ним. А что здесь камень валяется у меня? Я попутал, что ли? Все, так, идем сюда. Выкладываем все ненужное. Так, это и вот это. А шапки тоже у нас нету?
Да. Все как-то запущено у нас. Ладно, ребята. В трусах, в перчатках, в шапке. Рэмбо тоже мне. Так, может быть, к шерифу сбегать, а? Давай-ка мы, наверное, с тобой пробежимся до шерифа, посмотрим, что он там предлагает. Вдруг что-нибудь полезное. У нас ушей... Ну, ушей маловато, если честно. Именно фриков. Какие загрузки постоянные? Что вы мне... Не надо мне никаких ваших вот этих вот... 13 энергии тратим. Потом можно, в принципе, пойти вот сюда. Вот, вот, ребята, свалка должна будет открыться. А-а-а, свалка нет, ребята. Ошибочка. Чтобы свалка открылась, нужен 4-й уровень вышки. То есть только лишь заправка откроется. Обидно. Я-то думал, что мы с тобой на свалку сбегаем. Там, по-моему, да, можно искать всякие запчасти. В общем, необходимый лут. Так, что у нас тут? Так, бивни. Блин, вот где мне взять вот эти нашивки, а? 9. Нет, ребят, не хватит у меня. Нету этих бивней. Это я тебе точно говорю. С бивнями у меня проблема. А тем более с красными. Я уже их потратил, и почему-то больше мне не выпадают они. Ну что, пойдем сюда? Или сюда? Или вот, вот сюда? Нет, давай, наверное, сюда все-таки сбегаем. Там можно пофармить, там очень много машин, которые можно, естественно, повскрывать. И очень много полезного чего найти. Вначале, как всегда, разбираемся с зомбарями, а потом уже идем сюда чисто для автосбора. Че, пойдем потихоньку. Стоп. А у нас локация это не обновилась. Все, ребята, я понял. Эта локация еще не обновилась. Это еще 5 часов нам ждать. До обновления. Блин, зря энергию только потратил, бегавши сюда. Значит, и универмаг, да? Не обновился, скорее всего. Ну что? Здесь у ребята обновилось все, потому что там не было времени. Так, а вот эта штука... Дубы на болоте. Чтобы сделать себе этот чертов топор, нам нужен 32 уровень. Ты прикалываешься? Или нет? 32 уровень. Я только 20 взял. То есть я дубы еще не смогу рубить. А хотелось бы. Так, ну что, по стелсу? Как всегда. Так, ломаем. Металлолом. Он нам пригодится. Волчара. Плане, блин. Как всегда, все ломается не вовремя, блин. Так, дай мне новую. Ты... Он не хочет брать. Так, жир забираем. Тихо. Нахлобучим. Ой, ё-моё, я и не увидел. Бежит этот Марв. Псих. Ладно, я пойду убегу от него. Здесь есть еще что поискать нам. Вот, например, подсвинок с удара. Так, вот и бивни потихоньку начинает копиться. Ну как ты видишь-то, блин, не должен же был видеть. Почему бита не меняется? Не пойму. Так, увидел, да? Башмаки сломались вместе с моей бейсбольной битой. Так, тряпку забираем. Ну что, как тебе там? Джордж, Джастин, Джорджи. Так, ну бита, извини меня, все равно намного лучше и эффективнее, чем та же самая труба или обычная бита. Упс. Там Джорджи бегает. Патрулирует. Че,
Сейчас его нахлобучу. Все. Так, берем металлолом. Твою налево, все время забываешь, что этот хламон здесь валяется. Тряпочка, спасибо. Ну-ка, что у нас тут? Это я сразу использую. Тряпки забираем. Так, тут не выйти. Слушай, зачем я сейчас собираю? У нас все равно потом будет автосбор здесь. Так что просто зачистим с тобой территорию, да? Стоп. Ага, обычный. На, судара. А это Марв, собственно, персоны. Он один. Скрыта. Попробуем. На! Да вышибет из него дурь всю. Все, отлично. Так, а тут-то кто у нас стоит? А ну-ка. Джорджи. Ё-моё, этот еще ползун, блин. Давай. Отлично. Смотрим, что в этом ящике. О, медная проволочка. Это я заберу у нас пока сытость нормуль. Так, давай дальше смотреть. Да ну, не может быть, чтобы я тут со всеми зомби разобрался. Серьезно, что ли? Тогда нам остается только автосбор делать. Слушай, ну вроде бы, да, все чисто, смотри сам. Ладно, ребята, отправляем его на автосбор, пускай собирает. Кстати, смотри, у нас уже опыт. Довольно неплохо растет, если честно. Вот, кстати, когда он что-то добывает или ломает, намного больше идет опыта, чем когда он просто собирает. То есть тут идет по 3 экспы, да, при ломке. А когда он просто поднимает предметы или там траву срывает, идет всего лишь 2 экспы. Так что нам как бы ломать и добывать выгоднее, чем просто собирать. Так, нам нужно еще с тобой по заданию прокачать водосборник до 3 уровня. Надо будет этим заняться. Ну, естественно, в рюкзак ему все здесь не поместится. Нам придется, наверное, второй раз сюда сделать заходку. Ну, пускай собирает все, что есть. Водосборник. А что нам нужно для водосборника? По-моему, там... О, подожди-ка, как ты... Слушай-ка. Сундук я увидел. Как-то я его пропустил. Так, подожди-ка, тут еще чувак лежит, у которого можно... Блин, у которого можно проверить все, хотел сказать. Нет, ребята, показалось. Так, что здесь? Ух. Слушай-ка, ну-ка дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Тряпки. Тряпки. Ну, у нас с тобой... Давай так сделаем. Блин, вот из-за того, что рюкзак у нас с тобой маленький, приходится постоянно чем-то жертвовать. Что-то съедать, то, что нам не нужно, или что-то выкидывать. И это на самом деле обидно. Так, ну глину мы еще с тобой можем пособирать. Когда вернемся с тобой до дому, надо будет глянуть, ребята, чего нам не хватает для того, чтобы водосборник прокачать. Просто кто-то мне написал из подписчиков, что Рэй, тебе стоит прокачивать все по порядку, тогда у тебя будет нормально идти развитие. Посмотрим. Так, древесинку. 12, да? 13, 14, то есть еще 6 поленьев он может таскать. А камней? Слушай, камней у нас уже 32 штуки. То есть еще 8 можно взять. Ягоды не собирает, значит,
Для них просто нет места. Так, а для глины сколько? Еще 6. 4. Так, ну неплохо. Что? Да ну, хорош. Кувалду он сломал, прикинь. Естественно, нам придется теперь еще и ее делать. Все, сделали. Давай, погнал дальше. Блин, подожди. Как это ты без еды долго не протянешь? Почему ты мне это говоришь в последний момент? Кушай вон ягоды. И все. Блин, больше у нас с тобой ничего и нету. Слушай, а он же там пробежал, по-моему, ягодные кусты. Если я не ошибаюсь. О, тыква. Вот тебе и хавка, а ты волновался. Рюкзак, говорит, полон. Нет, не полон. Потому что сейчас ты это все схаваешь. И продолжишь. Ягоды мы тоже с тобой съедим. 46. Он, кстати, за каждое движение, ребята, тратит одну единичку энергии. Хавай. Так, есть еще? Есть. Куда-то побежал опять собирать тыква. Больше нечего собрать. Все, ребята, мы сделали здесь зачистку полную. Что у нас хоть полезного-то? Камней, древесины. Ну что, возвращаемся, да, получается? Возвращаемся до дому. Посмотрим, сколько у нас, кстати, с тобой красных клыков. Да, по-моему, у нас нету их. Белые еще, ладно, обычные есть, а вот красных нету. Погнали. Камни, мне нужны камни, понимаешь? Не камни, а вот эти вот кирпичные, каменные блоки, скажем так. Я хочу вышку себе. И первым делом мы с тобой, естественно, отправимся на бензозаправку. Так, камушки выкладываем. И древесину. Так, что там? Каменный блок произведен. Так, секунду. Я еще глину не выложил. Так, шкуры. Раз, два, три. По бивням посмотрим. Видишь, один бивень всего лишь красный, а нужно два. Так, веревки. А вот это вот выкладываем здесь. Подожди, трава. Так, перчатки мы с тобой выложим. Да куда ты, господи. А вот эти вот драгоценности, знаешь, что про них написано? Смотри внимательно. Когда-то было жутко дорогие. Да и сейчас любую девчонку порадует. Я думал, что я могу это подарить нашей Бетти. Нет. Там нет такой возможности подарить. И я вот сижу и думаю, а куда же тогда их применить, эти украшения? Может быть, где-то на разбор пойдут? Так, что у нас там, семечка тыквенная, да, была? Ладно, мы ее выложим. И жир. И жир мы с тобой вот сюда забросим. Так, сколько у нас там уже блоков? Оу, уже 4, да? Так, секундочку. Блин, нужен камень. Нам одного блока не хватает, ребят. Одного каменного блока не хватает, и все. Так, ускорить. Так, а теперь пойдем посмотрим, что нужно для того, чтобы прокачать водокачку до следующего уровня. До третьего, точнее. Ага, нам не хватает с тобой вот этих тряпок. 12 тряпок нужно, да, у нас их 7. То есть еще 5 нужно. Почему ты на швейном столе не можешь сделать вот эти тряпки, а? Вот он делает только ткань, ребята, а тряпки, извините, ищите где хотите.
Так, блоки тоже выложим. Хотя, зачем мы их выкладываем? Их надо туда, в вышку. Так, ребят, давайте, наверное, сделаем, знаете как, ускорим, фиксим с этими монетками. Забирай этот блок, последний. Да, друзья мои, смотровая вышка улучшенная. Ну что, пойдем вот такими вот голодранцами на новую локацию. Просто хочется посмотреть, что у нас там вообще будет. Так, я без аптечки, без всего, да? Надо посмотреть еще уровень сложности, какой там будет. Главное, чтобы он не зашкаливал. Трубопровод. Кабан... Медведи? Так, погоди секунду, а что у нас еще открылось? Так, ну это у нас было. Здесь мы были. Ворота... Слушай, а нам же еще ворота нужно открыть. А ты не помнишь, что он там просил? Какие-то элементы? Ладно, давай сюда побежим. Слушай, ты видел там какие... штуки там, оружие можно получить? Хочешь сменить пол персонажа в Таиланд, больше не попасть? Просто зайди в меню настройки и измени пол в соответствующей вкладке. Нет. Ничего менять не буду. Слушай, ну смотри, здесь у нас... Ну это какой-то нефтепровод. Это новая локация, ребят, для меня. Так что тут... Такое начало, да? Марв сразу же тут ходит. Пойдем в другую сторону, пройдемся. По стелсу пойдем с тобой потихонечку здесь, да? Пока вроде... Тихо, это кто у нас? Это вепрь. Ну, его нахлобучим. Так, тайничок. Я вижу, ребята, впереди вон там. Слушай, я на всякий случай возьму пару ягод, потому что, ну, надо будет как-то восстановить себе здоровье, если что. Похоже, тут что-то припрятано. Вот я и хочу посмотреть, что тут припрятано. Опа, 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 отлично. Так, а это что у нас такое? Колонка. Оу. Так, еще один кабан. Тыч. Шапка сломалась, блин. Как не вовремя, а? Ты сломалась, а, шапка? Так, неужели так вот все просто? Металлолом. Стоп. Это кто у нас там? Кто? А. Я думал, что это босс цветочек. Нет, это там обычный зомби. Ну как обычный? Не совсем он обычный, конечно же. Так, пойдем-ка сюда, пробежимся. Блин, без брони, конечно, я тут много чего не сделаю. Так, бежали, да, почти с тобой территорию. Почти всю. Ну, древесины и камни здесь достаточно. Так, тихо. Кто это ходит? Это волк. Это у нас волчара был. Шкуру отдай. Где-то здесь, по-моему, или мне показалось, что я видел сундук. Нет, не показалось. Это какой-то электрощиток. Я думал, что это колонка. Опа. Чип. Так, это кто там у нас ходит, а? Опа, это что такое у нас? Заправка. Оу! Сколько? Да ты встань ты, господи. Твою... Ёпка, макар... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда я? Трындец, как тут выйти-то?
Вот он выход, ребята. Нифига этот медведь. 200 хп. Нет, ну можно было бы его, конечно, ушатать. И нужно, ребят, но... Слушай, он не отстает. Не отстает, ты прикинь, вот вообще никак. Все, нет, как думаешь? Все, по-моему, да? Офигеть. Да, я немножко перетрухался, что уж тут говорить. Значит, тут еще и медведи есть. Так, а это кто у нас там, волк, что ли, ходит? Слушай, я здесь не был. Так, я вижу волка. Ну, волка я... Ой. Давай так сделаем с тобой. А, это Шелли. Это Шелли, она меня... Твою налево, блин, мне и пожрать-то нечего. Слушай, ребят, надо сваливать отсюда и приходить, смотреть, сколько их там. Надо сваливать, делать хотя бы элементарную броню именно на все тело. Это ботинки, это куртку. И нужен какой-то огнестрел. Медведь, конечно, да. 200 единиц здоровья этого мишки. Так, что нам нужно для докачки было? Тряпок, да, нам не хватало. Вот смотри, опять же, ребята, элементарный пример. Чтобы делать одежду, нам нужны тряпки. И для водокачки, по-моему, тоже нужны тряпки. Ну-ка, проверим. Ну да, 12 тряпок. 12. Кстати, я забыл одну вещь. Мне же нужно доски-то делать. Так, забираем, выставляем. Потому что доски везде практически требуются. Ну и, конечно же, камни. Так, там делается у нас? Потихоньку, потихоньку делается, да? Так, ладно, выложим. Теперь давай смотреть. Что нам нужно? Когда у нас будет первый огнестрел, а? Ребят. Тут шмотки. Вот, на 24 уровне. Арбалет. Плавильня. Использую для уничтожения нор. Тут еще норы будут. Самопал, оружейный стол. Это какой 28 уровень? Добавляю 4 дополнительные ячейки для предметов в автомобиль. То есть это у меня уже должен быть к этому времени автомобиль собран как-то. Интересно, как? 7 и 3, 10. Нам не хватает еще двух тряпок. Нам не хватает двух... Ладно, сейчас попробуем с собой эти тряпки где-нибудь надыбать. Так, перчатки. Слушай, перчатки у меня пока все норм. Шапка. С шапками вообще беда. Так, везде нужны тряпки для крафта? Или все-таки можно как-то без них обойтись? Давай посмотрим по шмоткам. Так. Прочная шапка. Слушай, ну мы можем... Да. У нас ткань есть? Всего 3 штуки. Блин, ну я не знаю, друзья мои. Вообще какой-то облом. Везде нужны вот эти тряпки. Тогда придется делать обычные шмотки. Так и здесь тоже нужны тряпки. А, не, погоди-ка, для ботинок не надо. Для джинсов нужно. Давай хотя бы ботинки сделаем. Так, шкуры, да? Хотя бы сделаем ботинки. Ну, ребят, ну а что делать? Хоть какую-то броню нужно носить. Куртки нет, джинсов нет. Шапка сломается буквально вот-вот. Так, выкладываем. Чтиво, металлолом. Это, блин,
Столько всего, а? Шкуру выкладываем. Чтиво. Сюда пойдет. Так, металлолом. Блин, металлолом вот здесь, рядышком. Так, это мы, наверное, сразу с тобой в тачку засунем, да, эти осколки. Так, с осколками все. Клей, микрочипы. Микрочипы сюда. Клей сюда. Мясо собакам. Ну что, нам надо с тобой, ну, вот как-то найти ткань. Слушай, а у нас торгаши там ничего не предлагают? Ну, давай посмотрим. Кстати, по поводу торгашей. У нас вот здесь есть вот такие штуки. Я возьму их с собой. Плюс рецепты. Сказали, там их можно обменять. Вот сейчас мы с тобой и сходим и проверим. Так, здесь не то. Ой, подожди, подожди. Вяленое мясо. У меня нет вяленого мяса. Кстати, мы можем же с тобой коптильню сделать. По-моему. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Где у нас коптильня? Вот. Доски, трава, веревки. Тут главное, если веревки есть, то, возможно, сделаем. Три. По-моему, не хватает у нас веревок. Так, ладно, если не хватает веревок, придется нам заказывать их. Для этого нужна трава. Возьмем побольше. Трава и жир там есть, да? Заказываем веревочки. Так, это забираем. Веревки. Так, жир. Чего-то нужно. Освободите ячейку. В плане, ты о чем вообще говоришь-то? Сперва освободить ячейку обрыв ткани. Кстати, изготовление на 7%. Тут же можно... Ага, блоки каменные нужны, понял. Не понял одного только. Почему я не могу вот здесь вот сделать? Чего я должен освободить-то? Не увидел, что там тряпка. Так, ну что, пускай делает. Это он будет сколько, ребята? 5 штук, по-моему, да, клепать? 5 веревок. Сколько по времени одну веревку он делает? 9 минут. Почти 10, ребята, нифига. Что-то ты как-то долго будешь это все делать. Да, очень-очень все это долго. Так, ну что, пойдем с тобой к торговцам на озеро сбегаем. Я просто хочу посмотреть, что они мне там могут предложить. Так, а это-то еще что такое у нас? Собери необходимые предметы и почини дверь. Ты серьезно? В подвал? А что это я? Я и забыл совсем, что это есть такое у нас. Так, сколько там нужно было? Что там, металлолом? Тьфу ты, блин. Девичья память. Так, петли, по-моему, да? Петли у нас есть. Гвозди. 5 гвоздей и 5 жира. 5 гвоздей и 5 жира. Что это за подвал? По-моему, один из подписчиков писал, что он открыл подвал, но туда, говорит, лучше не лезть, потому что там жесть. Так, 5 гвоздей и 5 жира. Ну-ка.
Сейчас мы с тобой сделаем вход в подвал. И... Так, ребята, это как бы отдельная локация получается. Вход в подвал. Интересно, интересно посмотреть, что у нас там в подвале. Опа. В плане тревога. Тут зомби. Ё-моё, смотри, люди. Так, жир. Терминалы какие-то. Ё-моё, ты посмотри, сколько здесь. Так, идентификация. Выберите пользователя. Осталось попыток. Неверный пароль. Мартин, наверное, да? Слушай, а эти трупы нельзя прошоркать? Может быть, на них что-то написано? Вот. Или это ящики я вскрываю? Старыми местами поронный блокнот. У автора был неровный почерк. Использовать. Записка добавлена в блокнот. Все пропало. Дверь к свободе не подается. То ли заперта снаружи, то ли еще что. Нам ее не открыть. Какие-то твари ломятся к нам из коридора. Один из них цапнул Боба, и теперь тот совсем поехавший. Нам даже пришлось привязать его. Все летит к чертям. Эмма, я люблю тебя. Наверное, нам уже не быть вместе. Мне так жаль, что я обманул тебя насчет ужина. Прости, прости, что подвел тебя. Так, значит, тут Боб. Имя есть. И... Боб. Как думаешь, это Боб или Эмма? Нет, Эмма это его жена. Значит, скорее всего, Боб. А здесь нет таких. Марк, Крис. Если я вот эту дверь открою, ничего не будет. Чего? Нужно раз... А, понял, терминал. Так, а вот этого нельзя? Блин, ну... А что будет, если я не угадаю, а? Может быть... Нет. Обнаружена попытка взлома. И чего? Смотри, сколько здесь. Ё-моё, ё. Да, друзья мои. Ну, ты понимаешь, что сюда идти просто бесполезно. А я туда не пройду, да? А мне туда даже не пройти. Так, дай-ка я получу награды-то за эту штуку. Опа. Чертеж прочной куртки. Так, а можно посмотреть, что нужно для этого? Чертеж прочной куртки. Это где у нас? Вот это вот, да? Так, нам нужен еще один рецепт, и тогда мы с тобой сможем сделать. Трындец. Лопухнулся я, короче, друзья мои, с этими координатами. Перезагрузка через один день, 23 часа. Короче, мы с тобой не пробовали, только Лауренс и Кеннет. Остальное все не подходит. Ящиков, конечно, там много. Жаль. Друзья мои, вы напишите в комментариях, если кто знает, какие там, какой там пароль. Чтобы уже наверняка в следующий раз попробовать. Ну, я понял, что единственное, надо туда, конечно, идти вооружившись. Причем досконально. Так, а теперь мы с тобой хотели куда идти? На речку, да? Пойдем на реку. Пойдем с тобой. Кстати, надо посмотреть, что нам нужно для того, чтобы повысить вышку до следующего уровня. Чего? Так подожди, максимальный уровень 4. А почему я тогда не могу на свалку идти?
Стоп. Или я могу идти на свалку, просто я невнимательно, как всегда, посмотрел. А ну-ка, сейчас проверим. Свалка. Могу? Ёк-макарёк, ребята. Уровень сложности практически предельный. Тут что, мародеры будут? Ну что, пойдем проверим, а? Или не стоит? Или нам лучше вначале сбегать вот сюда? Пошли сюда сбегаем. Туда нам хватит еще на свалку энергии. Я просто хочу посмотреть, мы с тобой взяли вот эти вот жетоны, да? Которые у нас просили тогда. Приноси, мы типа тебе обменяем там. Вот я хочу сейчас принести и посмотреть, хватит ли мне этих 50 жетонов. Стикеров, как они их там называют. Чтобы хоть что-то получить. И там было написано, что можно обменять рецепт. Если у вас есть, типа, рецепты, которые вам не нужны, вы их можете спокойно обменять на другие. Вот я и хочу проверить. Так, ну-ка. Да мы уже читали. Нанять? Нанять? Так, обмен оружия и брони на чертежи. Вот. Подожди-ка. Мы выучили. Подожди, положи любое. Ну вот я, например, ложу. Че за фигня? Почему не хочет он? Ребята, он не хочет. Положи любое оружие или броню с прочностью 100%. Получите чертеж более высокого уровня. Вот оно что. Трындец. Обманули они меня. Неправильно они написали там. Так, а ты у нас... Положите предмет. Какой? Топор, да? А он только такие, да, предметы берет? Типа оружие. Давай положу топор, и что? Один жетон. То есть это тебе надо принести 50 топоров, ты мне дашь 50 жетонов? Ты грабеж, друзья мои. Слушай, ну тут вот, если посмотреть, очень много места. Мне кажется, что здесь должны быть у него еще и другие выжившие. Ну, по логике вещей. Пока их тут трое. Одного можно нанять. Торговец, который... Принеси, говорит, оружие, и я обменяю тебе на чертеж. И здесь все в основном уже пусто. Так, ладно, ребята, погнали тогда мы с вами на эту свалку. Сбегаем, хотя бы глянем. Блин, ну там мародер. Я боюсь, знаешь что? Если мародер в меня шмальнет разочек, а он наверняка будет с огнестрелом, то я там и распластаюсь. А если я там распластаюсь, мне потом надо будет бежать туда и как-то до того, как обновится локация, собрать шмотки. Сколько требует она энергии? 24. Блин, ну это же мародеры. Ладно, погнали. Будем с тобой по краешку ходить. Очень-очень аккуратно разглядывать. Свалка. Возврат вещей. Если персонаж погиб, то тебе нужно забрать его вещи до обновления локации. Вот именно об этом я тебе и говорил. И если ты не успел, то твои шмотки, все, которые на тебе, ребята, были, все оружие, которое на тебе было, оно исчезает. Хотя на мне ничего особенного нету, но все равно хоть что-то. Блин, у меня ни ножей, ничего нету, блин. Иду опять же с голым задом. Ну, ребята, мое, как говорится, предназначение сейчас просто посмотреть, что здесь. Твою налево. Мародеры, ребята. Мародеры. Твою дивизию. Ну, как думаешь, мы справимся? Ну, давай хоть... Нет, у меня, блин, здоровья мало.
У меня мало того, что здоровья мало, у меня еще и брони нету. Контролируют ублюдки свалку, да? Он с трубой. 55 хп. Плюс он может ребят позвать на помощь, как я могу понимать, да? Давай разочек попробуем все-таки накумарить его. Ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, можно было бы с ним справиться. Я вот сейчас вот здесь попробую. Уходим. Трындец, ребята, на трех хпшках успел убежать. Так, короче, можно с ними справиться. Сейчас мы с тобой успеем. Сейчас я сделаю хоть какую-то броню. Плюс ко всему. Да, вот тебе и свалка. У них волки. Прикинь, с ними волки в команде. То есть они, у них волки эти прирученные. Ягодный компресс. Фиг ли мне твой ягодный компресс. Так, надо будет взять аптечку с собой. В общем, сейчас посмотрим. Аптечку, бинты, все это я возьму. Но опять же, я этого хлама наберу. А как я буду там складывать все себе? Сделаем вот так вот. Плюс можно кимарнуть по-быренькому. Так, все восстановили. Так, берем с тобой тряпки эти, которые тут лежат. Или не берем? Стоит брать или не стоит? Вот, блин, дилемма какая-то, а? Так, это все выложим. Жетоны эти тоже нам нафиг не нужны. Так, погоди секунду. Я вот все никак не могу сообразить. Для того, чтобы сделать нам шмотки. Шапка, ботинки у нас есть, да? Перчатки есть. Нам нужно джинсы с тобой сделать и рубашку. Для этого понадобится 6 тканей. А если мы что-то посерьезнее возьмем? Что такое? Улучшить. О, слушай-ка. Так. 3 здесь. Так, камни мы с тобой сделали. Забираем. Так, тут у нас делаются доски. Веревки. Слушай, я ведь могу, веревки у меня есть. Я сейчас сделаю метательные ножи. А, тут нужны камни. Камни нужны. Ну ладно, давай камни возьмем. Метательные ножи. Так, поехали. Блин, нужны рецепты. Так, что у нас там излишки? Выкладываем с тобой вот этот валун. Так, берем с тобой 20 камней. Естественно, заказываем следующую партию. Тьфу ты, куда я пришел? Так, а заказать забыл, да? Крафт. Здесь нам надо будет с тобой что сделать? Так, трава есть, жир нужен, да? Блин, жира маловато. Вот, ребята, следующая дилемма. Искать жир. Искать жир, искать траву. Тряпки. То есть, в любом случае, я сейчас не смогу ничего сделать, да? Скрафтить не получится, у меня нормальные шмотки. Давай возьмем джинсы, тогда сделаем с тобой и рубашку. Подожди-ка. Подожди, я кое-что... А, тут нужно 5 рецептов. Тут еще 2. Так, ладно. Значит, нужна трава. Твою налево с этой травой.
Берем траву. Берем, блин, тряпки. Так, еще и кожа нужна, шкура точнее. Все, делаем. Изготавливаем джинсы и изготавливаем рубашку. Как-то так, ребята. На первое время, я думаю, нам хватит. Так, одеваем. Раз, два. Так, шапка сейчас к чертовой бабушке сломается. Тогда нам, наверное, еще надо будет шапку сделать. Две ткани. Давай изготавливай шапку, фиг с ним. Так, выкладываем. И траву. Ну что, друзья мои, вот теперь я пойду на мародеров. Конечно, не супер-пупер я тут. Так, биту возьмем на всякий случай, да? А, у нас есть, ну фиг с ним. Так, бинты. Нет, наверное, большую аптечку поставим. Ох, друзья мои. На что я подписываюсь, а? Скажи-ка мне на милость. А почему у меня шляпа, извини меня? Я же вроде новую надел. А у меня она почему-то показана красная. Ну-ка. Непонятно. Погнали. Я надеюсь, что, друзья мои, оно того стоит. Стоит потраченных ресурсов, стоит потраченных нервов. И здесь мы с тобой будем как раз вот набивать нашивки. А эти нашивки уже у шерифа обменивать. Так. Ну давай быстрее. Все. Так, я возьму, наверное, вначале метательные, да? Почему так темно? О, они ходят. Рейдер. Так, что у тебя там лежит, а, гаденыш? О, тканька. Тихо, тихо, тихо. Блин, увидели. Что? Ты, блин, серьезно сейчас? С огнестрелом, друзья мои, с огнестрелом, ты понимаешь? Там, по-моему, бежит, да? Или что это за знак? Так, ребят, надо ягоды брать. У меня аптечек нету, все. Что это за знак такой, смотри. Так, сумка. Ох, надеюсь, что-нибудь полезное здесь. Аптечки нужны. Вот там вот кто вот у нас стоит. С трубой. Почему мне нужно именно сюда идти, а? Так, это с битой. Слушай, этого можно ушатать, попробовать. Так, тихо, 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 рейдеры. Опа. Экипируем, конечно. Спрашивает еще. Так, а вот здесь внизу кто-то еще, ребята, у нас ходит. С трубой? С трубой. Отлично. Петли. Игра, друзья мои, усложняется с каждой новой открытой локацией, понимаешь? Он с чем там? С пистолетом? Ёк-макарёк. Единственное, что я могу предложить, это
подкраться с битой. Так, я вижу там волчара. Еще волчара. Тихо. Вот этого можно попробовать сейчас накумарить. Там, блин, волк. Так, кстати, тут сумка. Фух. Тут-то кто шо... Еще один с пистолетом. О, друзья мои. Офигеть. Бинты хотя бы дали. Так, бинты, подожди. Если что, придется использовать. Пошли теперь еще. Так, еще один волк. Что у тебя там? Ну, у этих волков ничего интересного нету для нас. Шкуры. Мне все-таки надо вот сюда попасть, ребята. Видите, тут что-то... Вон он тут с автоматом. Блин, ублюдок. Значит, с пистолетчиками мы еще с тобой не воевали. А надо. Хотя бы проверить, насколько они... мощные. Оу-оу-оу-оу. Трындец, да? Так, за мной взялся сбитый. Сбитый, я думаю, мы должны уложить. Так, волчару. Хорошо. Клей, все дела. Да ты хорош ты. Блин, да что же там у вас может быть лежать, а? Стоп. Их тут до хрена, ребят. Ну просто до хренища, ты посмотри. О-о-о-о. Упс. Да, если бы у меня была бы броня, бы какая-нибудь, ну, посерьезнее, мы бы намного меньше получили бы повреждений. Так меня тут разбирает, конечно. Да. Так, там волчера плюс глина. Заскулила, заскулила. Псина. О-хо-хо-хо-хо, там он автоматчик, видишь, стоит. А мне и не пройти, да? Что же там за локация такая? Что у них там припрятано? Понимаешь, мне туда не пройти. Я уже не знаю, как тут сделать. Тут нужен огнестрел. Так, попробую сейчас этого вырубить. Да, друзья мои, это опасно. Короче, я покидаю эту зону по одной простой причине. В рукопашку здесь делать нечего. Ребята, здесь нечего делать в рукопашку и нечего здесь делать с моей вшивой броней. Хотя я больше чем уверен, что лут здесь будет просто шикарный. Фух, да, хапнули мы сегодня с тобой. Хапнули горе. Ну, самое главное, кстати, блин, я хотел сюда посмотреть. Я забыл просто, что туда нужно. Может быть, какие-то детали. Шестеренки у нас же есть с тобой, да? А, там подшипник, по-моему, нужен. Чтобы открыть ворота. Там еще будет следующий мир. Фиг знает, что там будет. Мне кажется, когда мы с тобой откроем ворота, будет PvP доступно. Как вы писали. Так, ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте, пожалуй, закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.